Всем привет, это продолжение моей партии в Sid Meier's Civilization 6 на 10 человек, в которой я играю за Рим. Если вы начинали просмотр не с первой серии, то рекомендую перейти к ней. Все-таки всегда лучше знать, с чего все начиналось. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании к этому видео. Ну а тем, кто видел начало, приятного просмотра. В смысле, забанил научная победа? Нет, я про защитника веры. А, нет, ну я имею в виду, в какие-то страны ты приносишь веру миссионерами, а в какие не можешь, тебя захватываешь и уничтожаешь. Я вот про это. Шумера, по-моему. Так, значит, у нас бегают из Рима, из Равены, из Анса, из Путиол не бегает никуда. Так, а на континенте Северная Америка, получается, Халецкий находится. Да. Все исторически верно. И ты, конечно, будешь против, если я туда куда-нибудь поселюсь, да? Ну, ты уже сюда никуда не поселишься. Ну, я просто вижу вот на севере какие-то свободные земли пока. Ну, нет. Пока это пару ходов. Он тебя дезинформирует. Окей, иди сюда селись. Что я тебе буду проще жизнь делать? Пока ты приплывешь, пока потом ты расстроишься, что некуда селиться. Главное, едь, сели, я не против, я не против. Плыви, селись, вот честно, не против. А где ты селиться хочешь на Северной Америке? Ну вот, я пока север только ее открыл. Это Оливье Женева или где ты? Это гораздо выше Женевы. Это выше Брюсселя скорее. Да ладно. Это вообще Шумер со мной разговаривает, да? Да-да. Плыви, селись. Веселись. Each of us is carving a stone, erecting a column. Интересно, гоплиты. Ни слова, пожалуйста. Куда плывут гоплиты? Куда-то. Что, куда-то плывут гоплиты? Нет. А вообще, к чему гоплиты? Почему гоплиты? Это гопники, только гопники. Ой, блин. Ну, Бразилия, кстати, ты проход дашь? Ацтеку этого варвара убивать. Этот прачник я смотрю. Ну давай 30 монет и проход твой. Ох, какой ты меркантильный, да?
Вообще, ты же тоже ко мне пойдешь, у меня там тоже золотоносные всякие вещи, знаешь еще. Ты как ко мне не ходи. Ну вот и куда, откуда гоплиты плывут? Мне интересно просто. Уверен, что ко мне плывут, потому что... Грейберт, а ты за кого играешь? Прикол. А, это твои гоплиты куда-то плывут. Какие гоплиты? Нет там никого, да, это... Это либо эти... Во-первых, гоплиты плывут. Во-вторых, их нет. Во-вторых, да, на первом месте по армии не ты. А это флот. Не, флот тут намного меньше силы дает. Я вообще не знаю, кстати, почему так сделано. Реально достали рассинхроны. Но только у тебя одного. Это вообще закончится? Это когда-нибудь восстановится? Да. Конечно, недолгие, но все равно. Зато банановый бак убрался. У тебя был банановый бак? Немного. На трех тайлах. Культуркампф, что там у тебя за звуки такие, как будто ты телек ламповый включаешь, выключаешь? Да, микрофон, наверное, выдергивает. Так, ну, в каравеллах только я. Так, ну вот остается либо на меди, либо на камни ставить. Я бы скорее на меди, наверное, поставил бы, да? A man on a horse is spiritually as well as physically bigger. Than a man on. I've lived through some terrible things in my life. На олигархию поменяю. Блин, я тупой забыл. Уже была анар. Блин, какой я дебил, а? Как можно быть таким идиотом?
Да. Почему военный город Кабул хочет, чтобы я театральную площадь создал? Что это за блажь у военных такая? Победу отмечать. Прям в прямые паруса пойдем. Чё тут? Мушкетером мы вряд ли кого-то уничтожили. Вообще-то еще мушкетеров выйти надо. А фрегаты очень даже неплохо. Блин, анархия. А какие юниты морские могут города захватывать? Это у лишнего боя, да? Ну, да. Да. А волки уже плавают. Караулки уже давно плавают. Блин, минус 17 золота. Трындец. Это трындец. Придется в Брюссель отправить. Как я так залажал? Блин. Не получаем золото из-за анархии. А, вообще, то есть я даже зря сейчас в Брюсселе. Блин. Мне надо этот лагерь как-то захватить следующим ходом. А, ну по идее. По идее должен. Если тут не появится никакой юнит, то я лагерь захвачу. Вот гоплиты и доплыли. Но куда плыли? Куда плыли, расскажите. Санкт-Петербург плыли. Знаменитая атака гоплитов на Питер, Она самая. описанная многими Бостон в историками. Эрмитаж. А там нету еще Эрмитажа. Корешку голыми попками погоняют в Неве. О, Грейберт опять рассинхронизирован. Да странно, тут уже вроде нечего синхронизировать. Уже и банановый баг даже пропал. Фуф. На три хода. Ну, по идее, скоро анархия должна закончиться уже.
Все, возвращаюсь наконец этим лучником. Я задип. Прям хочется себя бить руками и ногами. Просто не так часто я эту олигархию беру, поэтому неожиданно все это несколько оказалось. Только когда выбрал, я понял. То есть, кто не в курсе механики, если ты возвращаешься к тому правительству, которое у тебя уже было в игре, то у тебя начинается анархия. Немножко вообще немножко туповатая, конечно. Как бы спрашивается, с чего бы вдруг, да? Но вот в шестой циве оно почему-то так. Так, остался последний скаут. Ну что, Шумер, есть тебе еще где город ставить? Ну ты приплывай. Так, давайте, наверное, в кумы. Ну, наконец-то. Так, производство. Давайте плюс 2 золота от всех торговых путей. Ну, поплыли Родос тогда захватывать, раз он тут лучниками обложился. Какой-то такси флотоводец. Пускай его бразилец берет.
Вообще странно, почему у меня культуры больше, чем у греков. Что это? Монументы. Греки что-то воюют, потому что. А еще интересно, что у японца тоже 20 культур и вход. Так у него эти места строят. Тиканы площади в два раза быстрее. Ни одной построили. Ну, правильно, ну а греки почему не строят? У них тоже как бы. Я ни одной площади не построил. А, это чисто этими монументами? Не, у меня чудо есть. А ГГшка? А это просто жопа. Так договорись с соперником, чтобы вы воевали, когда ты загрузишься. Чёрт. Ну, можно и так. Ты так говоришь, как будто, знаешь, кто-то за всем этим следить должен, кроме тебя. Ну да. Да я думал, что это, типа, моя проблема. Вообще, я думал, что так долго рассинхроны не достают. Там не, ну, два хода, хотите, можем попробовать сейв загрузить просто. А вот, видимо, римско-греческая война пошла. Япония объявляет войну Поленке. Ну, я квест сменить. Нереально. Класс. За два хода город падает. Ой, за два удара, в смысле. Можно задать вопрос, почему, когда у меня защита у города 15, а у тебя вдруг 49? Это политика какая-то? Потому что у него королева. Потому что я в возрождении, а ты еще в античности. Нет. У тебя королева построена? А, да, ну в смысле это по самому, по силе юнита, по самому сильному юниту, вот. Понял. Самому сильному юниту, который построен или который открыт? Который построен. Понял. Интересно, а если убивают этот самый сильный юнит, все уже? По-моему, не снижается. Нет, снижается, по-моему. Нет, не снижается. Так, кто есть вообще, сами торгует или как? Да, я... А что у тебя там? Это кто говорит? Да нет, у меня ничего нет, я просто интересуюсь, смотрю всех по одному. Это... Люксу только. Вот, у меня в перспективе пару китов есть. Бюро, ну давайте, посчитай, один... Да. Делитесь. Окей. Так, а это сейф какой? Ну, за меня компьютер ходил, блин. Один ход не так скажешь. Да он почему-то все войска понес в другую сторону от столицы, которую атакуют. Thank you.
Так, я напоминаю, что таймера нету, так что рекомендую заканчивать. Да, со стенами уже не так весело. Но все равно весело. Как получилось, что компьютер за меня сходил? Ну, рассинхрон был. Вы сходили один ход без меня? Или... Нет, мы не ходили. Я понял. Видимо, считалось, что ты загрузился, но потом вылетел, и поэтому комп походил. А что там, серьезное? Сильно да, повлияло? Одних лучников опустил на воду, других повел в другую сторону. Там бы минус один гоплет было, так... Да ладно. Уже усталость из-за войны минус один. Ничего себе. Так, этот вылечится. Так, а это гордо сейчас выносят, да, получается? Еще никого не выносят. Выносят Россию. Ну да, не выносят. Да я не возьму этот кнос. Судя по количеству лучников вокруг него, стенам и генералу. Так, а у нас получается две войны, да, или что ли? С двумя криками. Не знаю, там еще немец обещал на шумера напасть. Нет, я сказал, что пускай он нападает. Да, но ему смысла нет на меня нападать, чего нет. Это я есть только, как бы, погодить вам. У меня бразилец пришел. Сюда не сам. Бразилец на тебя нападает. Ну, две караулы ко мне уже подъехали, так что. Ходят слухи, что Бразилия объявляет войну Китаю. Ну правильно, слишком много игроков на карте на самом деле. Все-таки по ходу в шестой циве надо играть на карту меньше по размеру от количества игроков. Да, я бы не сказал. Ну вот смотри, вот у меня как бы два города я могу поставить, а ты поставил сколько там, 7? Сколько? Да не, ну так динамичнее получается, веселее. Да динамичнее в любом случае будут игроки, у которых свободно можно веселяться, и у которых как бы впритык там между тремя, четырьмя, двумя. Да ладно. Но это все твое везение, как повезет. Ну не знаю, мне постоянно не везет, видимо. То, что я как бы пробую. Ну, если не повезло, иди воюй. Что тебе?
Надеюсь, не убьют эту крону. Он вроде всеми походил тут. Строю легионеров, буду переправляться, у него высаживаться. Легионерами тоже. И совершенно не помешает. У бразильцев есть реликт. Реликвия, которая называется Борода Пророка. It's all papers and forms. Ну, отлично. Да, видимо, все-таки Кнос. Ну ты его отобьешь. Слушай. Чтобы потом ты опять его отбил. Сколько так будет продолжаться? Да, но ты будешь отбивать лучниками, а у меня же не стреляющие юниты. Мне приходится рукопашник, то есть я здоровье на них теряю. Но не думаю, что там до фрегатов далеко от каравеллы. Не знаю, никогда не видел технологического дерева в шестой цее. Ну, я тоже, я просто предположил. Возьму ради послов. Сколько мне только раз в Женеву два посла надо, чтобы по максимуму с кампусов получать. Ого, Германия уже кампусов настроила, кстати. Перекол, сдался тебе этот Питер, что ты? Ох, с одного удара прямо. Блин, свалить не могу. Минуснули. Что у тебя?
штольню забрали. Кто? Бразилец. Нехило так. А почему нам не сообщила? Вам сообщают, что Питер каждый раз переходит каждый ход? Нет. Странно. Питер — это Сталинград, а не Питер на самом деле. Чего это? А я, кстати, уже обратно не смогу Пекин захватить, там 51 защиты. Ну вот и все. Ну он же разбитый, нет? Не получится. Хотя он обратно вообще не сад. Не понял, ты тут камчатчан не плывешь? Своими каравелками. Лови. Ну хотя у тебя... Не, у тебя не хватит силы. А каравелка что она делает? Ругал у тебя вообще. Кто там хотел люксами обменяться? Рим, заключим мир? Так кто, дружбу, в смысле, кто дружбу спрашивает? Японец. Мир, заключим Рим. А, ну давай. Не, пишу я. А на кого ты пойдешь? Ни на кого. Чё так? Да мне все нормально вроде по территории. Ты как там боевые действия с Японией? Что там вообще было? У кого? У тебя. У меня с Японией? У меня ничего не было с Японией. Ну, ты что, Рим-то? А, вы типа мир хотите так заключить? Ну просто? Да, дружба, типа, аналог дружбы. Понятно. Рим, ты... Фу, немец, ты через сколько примерно китов обработаешь? Не знаю. Those who in quarrels interpose must often wipe a bloody nose. Что это за ацтекский прачник тут? Гуляет. Так, ну я только Грейбёрда не встретил. Так, я могу... Создайте религию, тут Стоунхендж 3 хода. Может пока... Знаете, вот морскую традицию. Содержание юнитов. Так, я всех нашел. Производство золота от каравана влияние. Пока так оставлю, да.
Так, и тут каравелла завершена. Кампус будет долго. Рабочую я буду просто покупать сейчас. Вот в Оренции нужно рабочего купить. Россия захватила Санкт-Петербург. Видимо, уже все навсегда. Да не знаю пока. Надеюсь. Ну вот видишь, захватил обратно таки. Две каравеллы, два лучника и 400 военной мощи. Следующий удар каравеллы, мой кнос опять твой. Да, ты прав. Я даже, наверное, раненой каравеллой ударю. Как весело. Когда уже легион придет? Или что-нибудь наподобие? Но он плывет. Эритрию не будешь защищать? Ну, а смысл? У меня все силы там. Я не успею. Блин, опять амбар ремонтировать. Не, вместо Лиссабон будешь созеленить? Да, наверное. Я тогда туда 6 послов пошел. Не пойму, что ты тут вот... Это шахты, что ли, такие? Да, это шахты. Да. О, блин, броненосец предоставляет. Педикал, а ты насколько близко ко мне вообще справа? Я тут даже не ездил. Прихода. Решил каравеллы обстреливать.
Нет, ну 6 ходов. Несерьезно. Бразилец раньше возьмет. Вы там имеете в виду, у бразильца сейчас броненосец будет. Как вы так играете? Это с ума можно сойти. Как? Посмотри на флотоводца следующего, как мы так играем. А у кого броненосец, а кто еще с галерами? Это не технология, это флотоводец выдаст. А. Это кто не строил Галикарнас? Захватил мой, захватил столицу, а остальное не может захватить. А я столицу свою обратно не могу отхватить. Короче, странная ситуация какая-то. Ну, хочешь, пойду захвачу твой инь-янь. Так-то заканчивай тогда, зачем ты просто столицу захватил и ничего дальше не делаешь? Так я только его заметил, пока открыл. There is little man has made that approaches... Не, ну я не получу тут. Ладно, я закончу это просто, чтобы следующего получить. Почему нет? Слушайте, а вы не в курсе, тут юниты атакуют с моря? Вот, например, если у меня плывет легионер, я могу с моря атаковать лучника, который стоит на... Это очень хороший вопрос. Побережье. Вроде бы да, только если полные очки передвижения и штраф получается еще. Вроде бы можно. The Navy has both a tradition and a future, and we look with pride and confidence in both directions. Блин, какая тупизна. Неужели я сейчас двух юнитов потеряю просто на ровном месте? У меня почему-то легионер... Да, потерял двух юнитов. У меня легионер, вместо того, чтобы атаковать юнит грека, высадился в Кносе. Причем в Кносе в это время был еще и лучник. И они вдвоем там. И все. Зеба, да? Или вам пофиг? На мое горе. Тут свои проблемы у всех. Ты и так первый по армии. Чего тебе плакаться-то вообще? Так мне надо с греком разобраться. Я, блин, высаживаю наземные юниты, они уничтожаются, потому что на одной клетке два юнита внезапно оказалось.
Ты мне сколько еще мудяриться с греком дальше? Греция не сдается. Лучше скажите, Оклинг нашел кто-нибудь? Да нету. А если по-честному? А сколько всего ГГшек? 12. 12? Я 4. Я 7 нашел. Строят древние стены, чисто чтобы ускорить теху. Так, у меня раз, два, три, четыре. Давайте я куплю здесь строителя 130, а следующего здесь надо ферму все-таки построить. 140. Ну, могу следующим ходом купить нормально. We're all apprentices in a craft where no one ever becomes a master. Так, сейчас эти районы везде расставить. Стокгольм. Китай, нафига ты там шпионом своим в Спарте ходишь? Я разведываю. Тут такой прикольный залив у японцев. Ну, около него. Так, у меня уже где-то голод начался. А, это, видимо, в греческих городах.
Не понял, ты что, здесь собираешься город строить? Кто спрашивает? Стэк. Где здесь? У тебя лучник стоит. Ну, на этом перешеечке, скажем так. Ну, не хотелось бы, чтобы ты построил. Ай, не успел. Это рядом почти с моей столицей вообще. Ну, она закрыта горами. Ну, все равно, могу... даже если построишь город, тут еще один город будет конкурировать. Ну, мы можем усилиться здесь, без проблем. Отлично. Хорошо, ну тогда... Просто реально город очень рядом со столицей. Мы можем мир заключить. Хорошо. Так, а где у меня тут еще? Вот слон был. Кстати, я ж могу тут юниты купить просто. Легион 220 стоит. Это дороговато. Где собираешься строить-то? Сейчас я тебе могу метку поставить. Давай. Ну, в принципе... Хорошо, ставь. Я немного чуть дальше построю. In democracy, it's your vote that counts. In feudalism, it's your count that votes. Сейчас обидно было вообще. Да, наверное, надо взять к юнитам ближнего и дальнего боя. А, мне вообще еще дальше надо продолжать играть, если у меня столько захвачено и два города осталось. Не, вообще не вариант. Не обязательно, если ты хочешь, у меня уже тут без вариантов. Да. Буду на греке свои каравеллы прокачивать тупо. Так я не собираюсь, я лучников качаю. В смысле, ты не собираешься? Ну, ладно, я тогда выйду, наверное, да? Давай. Спасибо, спасибо за игру. Спасибо за игру. Пока. Это кто вышел? Китаец. Все, показ. Видимо, я даже не нашел. Видимо, бич-пакет был не очень. Не помог. Не придал сил? Да. Не знаю, что он вышел. У него были... Осталось два города, они, в принципе, нормальные были. Ну так столицу ты у него захватил, или ты считаешь, что... Да, без столицы тяжело очень. Я вот сейчас, если свою не отобью, то тоже чую. Да ладно, хотя бы с двумя городами поиграть все равно. Блин, какая хрень. Я не знал, что при строительстве Стоунхенджа пророк все равно в столице появляется. Я думал, в том городе, в котором построил. Я тоже не знал. Я всегда думал, что в том городе, который он построил. Ну вот, при строительстве Стоунхенджа пророк появляется в столице. Дашь пройти?
Так а чё, никто больше повоевать не хочет с греком? С Периклом? Я вообще... Я нашёл всех, кроме Перикла. Поэтому я, например, при всем желании... Я тоже всех, кроме Перикла, нашёл. If I were again beginning my studies... Да, блин. Блин, меня китаец осудил за то, что я милитарист. И в чем-то он прав, конечно. Ну, а вон и конец Перико. Все, ты его нашел, ты с ним и воюй. Но он в другом конце карты. Мне до него доплыть еще надо, как минимум. А, вот и я вижу город китайца. И, видимо, вон граница Перикла. Все-таки решил Кноз взять. Надо же по кому-то стрелять. Так вон же стоят мои каравеллы. Не дотягиваюсь. А, так ты сказал бы. Я встану. Подожди. Вот стоит каравелла. Вперед. Слушай, Перикл. А, подожди, Иян, это бразилец, что ли, Китай вынес? Да. А, Перикл кого вынес? Россию, что ли? Он еще да никого вынес. Не вынес. Ну, уже почти. А, я тут причем тут Перикл тогда? У нас он бразилец. Гроза всех. Смотрите, у него военная мощь уже...
Нет, все равно в два раза меньше. Половину меньше, чем твоя, да? Да. Почти в два раза. Это впереди, потому что столицу захватил. Few inventions have been so simple as the stirrup. There are very honest people who do not think that they have had a bargain unless they have cheated a merchant. Есть мне что-нибудь на счастье? Довольство в городах с гарнизоном. Нету. Так, у меня есть кипит. Что у тебя да есть? Кто говорит? Говорит немец. Давай я с тобой поменяюсь. Блин, да что такое, ну? Почему он вышел из города, ёперный театр? Тупизна. У меня соль есть. Зачем-то. В боевом построении это, если какой-то юнит к нему присоединен. Почему нет? Производство возьму и возьму золото, наверное. Ну это тупо вот у меня взял этот легионер, куда-то вылез. Трындец. Прикольно, Дортмунд стоит. А когда проходит оккупация? Когда либо ты мир или когда ты всех захватишь. Охренеть. Не ожидал? Да. Алексей, ты будешь жене его сюзеренить? Ну, я вообще в войне. А. Нафига она мне? Но я бы на вашем месте кто-нибудь объявил бы войну Бимерку. Чтобы он 15% науки не получал.
Насколько мерканов? Мы не знаем. У меня 38 мелкий вход. У меня сколько? Ну да. У меня 32. Ну я, видите, еще кампусы. У меня только два кампуса. Он кампусы везде построил. Ну, у тебя три кампуса. Ну, то есть у тебя перспектива очень хорошая. Я бы все-таки не могу. Нет, так при чем тут? Я ж не прошу. Просто зачем ему 15% науки на ровном месте? 38 это не так много, в принципе. Он крайне. Ну сейчас 38, а дальше? Причем это он говорит его слова, как на самом деле. Да, у поля... Ой, у японца действительно тут такое прикольное внутреннее море. Normal people believe that if it ain't broke, man suffers only because he takes seriously. Два золота. Нет, все пока так останется. А сколько фрегат стоит? 560. Дороговато. Рима, ты мне скажи, вот ты... Алан, все, все. Или нет, смотри, вот слева, налево от Брюсселя ты ходил? Кто-нибудь вообще? Налево от чего? Слева от немец. Слева немец от Брюсселя. Да, там не и бразилец, почему еще вниз? А переквел там нет? Не знаю. Переехал справа от русского. Да я русский, я знаю. Переехал слева от меня, я чувствую. Короче, переехал везде, походу. А, слева, да, слева от немца переехал. Отлично. I'd imagine the whole world as one big... Инженер, обращение в веру,
Театральная площадь, торговец. Да, боже, ну что делает? Тут да, очень большие класс. Проблемы с управлением. Очень большие проблемы с управлением. Деревенька мне дала разведчиков. Называется от всей души. О, блин. Ну, жалковато мне пока там бани строить вместо... меди. Так, а я почему-то не могу ходить. Может, ты ход завершил? Мне надо, нет, мне надо выбрать исследование. И... а нет, игра просто тупила, я понял. Лесопилку надо построить. Так, зримо 2 из путевого 2. Кумы Ареции. Русские предложения. Я тебя, наверное, в Анции перекину. Может, мир перекл? В смысле? Ну, в смысле, ты мне отдаешь Санкт-Петербург, все? Ну, давай после Санкт-Петербурга об этом поговорим. Как это после Санкт-Петербурга? Ну, после того, как у меня стены построятся, точнее. И пока мы решим, что с ним будет в итоге. Потому что сейчас еще ничего не решено. С чего бы мне это его отдавать? Ну, типа, чтобы развиваться дальше, а не воевать. Так я и не воюю, у меня там 2 юнита осталось, я больше не перебрасываю. Сейчас меня унижает здесь.
Отставь, прими предложение. Так, ожидания больше нет. Играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, появится на канале завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.